Айди курит он до кри. Он родился примерно 5000 лет назад. Он придумал ром и сам его пьет. Он известен как повелитель ворот. И ему все равно, куда в гости, в рай или в ад. И от каждой полночный час он зевнул и придумал час. Он зевнул и придумал час. Мой гулящий папа, он женщинам рад. И он ходит по папам, хоть вообще-то женат. Его жена советует рынком и домой его ждет. И когда он вернется из бара ползком, о себе возвестит долгим резким звонком. Она ему тогда, наверное, морду напьет и станет грустно, боюсь. И тогда сочинит он плюс, и тогда он придумает плюс. Его пища, музыка, смех и порог. Его дети Элла и Луи Армстронг. И Уитни Хьюстон тоже была его дочь. А когда ему станет скучно совсем, станет он и скажет до свидания всем. И закурит сигару и выйдет в промозглую ночь. И однажды стук угодя, папа Лего создал всех нас. Все они там чьи-то папы, но конкретно, так сказать, про легбовых детей, которые вот уродились бы, так сказать, в законном браке, ничего не понятно. Поэтому я долго выяснял этот момент, а чей, собственно, легбо папа, так же, как кому товарищ Тамбовский волк, например. Выяснилось, что на самом деле легбо, ну, в некоторых легендах, это папа всего человечества. Поэтому у всех у нас немножко еврейское отчество легбовичи. Так что вот.